будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. 380 рублей на балансе форс-дропа, и прямо сейчас мы в прямом эфире будем делать грязюку, потому что все эти кейсы популярные, персональные. Они настолько дешевые и они такие дорогие, сюда ложат всякие штучки, прибамбасы, поэтому я буду это открывать. Буду открывать прямо сейчас и пробовать выбить нож. Сразу скажу, для всех тех, кто хочет поиграть, используйте промокод 40солома. Знайте, что это самый рабочий и самый лучший промокод, который только есть. Любая твоя сумма, будь это 100 рублей, 1000, либо 10 тысяч, она умножается на 40%. Просто прикинь, закидываешь косарь, получаешь 400 рублей сверху. И это абсолютно имба, потому что помимо того, что это даст тебе плюс 40%, это даст мою личную удачу, и ты точно окупишься. Поэтому 40 солома для пополнения обязательно. Ну а мы полетели открывать. И сегодня персональные кейсы пользователей. Хочу начать изи с них. И ты посмотри, тайна или нож 50 на 50. Я хочу его безумно открыть, но не хватает денег. Давай попробуем. Ой-ой-ой, изи тайная? Как-то залагал или что это было, даже не понял. У меня баланс 380 рублей. Я буду открывать ровно по одному разу. Пробовать, получится у меня или нет. Эко, аквамариновая месть, азимов, неоновая революция. Все, вот это будем открывать. Ну давай на сотку, давай на соточку. Если нас сольет, то мы просто поменяем кейс. Ну вроде бы нормально, там одна синька, конечно. Вот она может подгадить сильно. Вот она, эта синька. Позор. И вот об этом я и говорил. Блин, вот зачем? Вот я сам всегда иду в кейсы, популярные кейсы, в персональные кейсы. И задаюсь вопросом, если делают кейс даже за 50 рублей, в нем задержится синька, его открывать нельзя. Не знаю как, но это закономерность. То есть, если есть фиолка, мы можем открывать. А давай проверим. Давай проверим. Вот здесь синька. Вот еще изиоку без шарпа. Тоже синька, полимерный рожок. Окупной. Тоже раз, два, три. Три аж синьки, одна серая. Ладненько. Давай тогда посмотрим в новых. Мне все равно сегодня терять нечего. У меня очень маленький баланс, поэтому я буду идти до конца. Я найду самый окупной кейс и буду открывать его. Моя задача сегодня — это открыть как можно больше кейсов. Это получить как можно больше денег, а не слить. Это уж точно. Поэтому поехали. Первый кейс. Изи фарм. Закрываем сразу, потому что в нем полимерный рожок. Второй кейс. Админ лох. Нормальный кейс. Вообще топ. Три фиолки. Так, хорошо. Третий кейс. Полимерный рожок. Четвертый кейс. О, киверсила. Только что нам два раза выпадало. Пятый кейс. Окуп X1000. Хорошо. Отличный кейс. Еще один кейсик. Тоже отличный. Еще один кейсик. Нифига себе. За 70 рублей одна фиолка. Вот это я бы хотел открыть. За 76 рублей куча синих нас не устраивает. И последний кейс. Вот посмотри. Сколько кейсов нормальных. Раз кейс из тайны. Фиолка вторая. Второй кейс. Еще один кейс окуп. И все эти кейсы абсолютно нормальные. Давай попробуем с фиолки. Потому что вот, черт возьми, мне кажется, что эта штука меня окупит. Тут только фиолка. Ну, а как правило, вот эта фиолка, которая крутится. Смотри, Посейдон, гидропон, козу. Ну, я не знал, сколько стоит наклейка. Это нечестно. Это вообще нечестно. Ладно, тут меня подскамили. Поймали на моей же ошибке. Но ничего страшного. Давай вот этот. Вот этот мне понравился больше всего. Здесь Фобос, Директива, Красный Кварц, Гран-при. Ну, Гран-при дешевая. Ну, а нам что делать-то? У нас, по сути, 380 рублей. То есть мы либо рискуем и получаем, либо мы все сливаем. Ну, я буду рисковать. Я сливать вообще не намерен. Директива. Да. Сколько? Сколько? 338. Просто прекрасно. Давай попробуем на 338 примерно открыть. Это ровно 7 открытий. То есть тут тактика проста. Если мы сейчас уцепились за кейс, который более-менее нас окупает, нужно открывать ровно настолько, сколько он выдает. Ну, вот такие вот обычные у нас правила. Ну, лично у меня. Не знаю, как у вас. Вы бы тоже их придерживались, потому что это работает. И мы получаем... Мортис получаем. А сколько Мортис стоит? Хорошо. 765 рублей. Так, кейс 100% попадает сегодня в лучший кейс. Я даже открою его еще раз на 500 рублей. Просто, вот просто, чтобы посмотреть, что с него выпадет. Первый раз выдал плюс 200, второй раз выдал плюс 400. А сейчас сколько сделает? Если сделает... Хорошо, хорошо, хорошо. Это косарь? Это минимум... Нет, 749. Но все равно плюс, все равно 1000 рублей есть уже отлично. А вот теперь мы можем перейти в персональные и открыть вот этот кейс, который я хотел. Тайная или нож.
хорош. Вот он выглядит реально круто. Вот прям реально. Вот знаешь, как будто бы кейс за 50 рублей он создал неудачный, а вот сейчас, блин, ну не знаю, ну давай посмотрим, если даже и удачный. Ну а если неудачный, то и пипец. Крэмбо. Вау! Две золотые спирали? 14 тысяч рублей. Мои аплодисменты. Вот это я угадал с кейсом. Надо было всего лишь 3 раза в начале обжечься, чтобы потом найти 2 кейса, которые будут окупать, и с 300 рублей сделать 14к. Это сейчас мы можем открыть полностью этот кейс на 10 открытий. Обалдеть. Поехали. И знаете, мне кажется, если он окупил меня с 2 открытий, с 10 открытий он точно обязан меня окупить. Ну, я уверен в этом. Кровавый спорт, королева пуль, кровавый спол, золотая спираль, неоновый гонщик. Нормально. Нормально. Я вижу, что... Хорошо. 11900. 21 тысяча. 21, Карл. Тогда я 100% рискну, потому что если мы сегодня забираем ножик, а это 100% забираем ножик, давай попробуем фарм ножа 100 раз, попытаемся залутать топовый нож. Если не получается, ну, в принципе, ничего страшного. Мы сегодня начинали вообще с 300 рублей. Первый нож сразу, пожалуйста, нужно, чтобы он выдал еще один. Пожалуйста, нужно, чтобы он просто взял и выдал еще один. Сейчас нужно прям максимально, блин, такой хороший старт. Такой хороший, красивый нож. Только не говори, что он последний. Не говори, что только ширпа. Ну не говори. Нет. Ну блин, обидно. Прикинь, с первой выдаст нож, а потом просто взял и заскамил. Ну ничего. 12 тысяч рублей на балансе. Мы это продаем. И давай попробуем еще раз на 12. Может быть, я не уверяю, может быть, что-то хорошее выйдет. Какой-нибудь, может быть, хороший ножичек. Ну хотя бы, хотелось, если честно, хотя бы какой-нибудь ножик. Блин, не знаю. На самом деле, то есть он сейчас может вообще меня не купить? Да уж, ладно, я попробую на 2. Плевать, просто попробую на 2. Хорошо, хотя бы на ваха. Хотя бы 2 на... Вау! 26 тысяч. 26 тысяч рублей. Так, хорошо. Тогда мы продаем все эти 3 ножа. Все продаем, потому что они не нужны. 27 тысяч рублей. 7 тысяч рублей оставляем на балансе. А на 20 тысяч открываем ножевой кейс. И все, что выпадет, любой нож, мы его выводим. Обязательно, мужики, участвуйте в розыгрыше на нож, который у меня в начале видоса. Используйте промокод, который вы видите на экране. 40 солома. Это самый рабочий и самый лучший промокод. Но получается, выводим на ваху. 300 рублей, Карл. Изи.